В республике реализуют целый ряд высокотехнологичных проектов. В качестве партнера региона выступает Ростех. Планы двустороннего взаимодействия глава Чувашии обсудил в Москве с представителями государственной корпорации. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Главная задача двухстороннего взаимодействия – интегрировать умные продукты в экономику региона. В правительстве республики и госкорпорации прорабатывают целый ряд совместных проектов. Мы фактически все решения, особенно когда это комплексные решения, мы комплектуем изделиями, продуктами российского производства. Что дает, с одной стороны, технологическую независимость, а с другой стороны, дает уверенность в завтрашнем дне. Не исключено, что госкорпорация станет поставщиком технологического комплекса для будущего центра ядерной медицины. В рамках целевой программы партнеры планируют обновить и базу детских поликлиник. Нам бы хотелось, чтобы вы санитировали, вернее, правительство Российской Федерации, чтобы российское оборудование вошло туда. Ну, чтобы вошло в перечень. Да, в перечень расширили. Вот тогда будут возможности, когда импортные там появляются, легативы на российское оборудование. Конечно же, мы всегда рады коммуникациям с региональными властями для того, чтобы выстроить правильный алгоритм деятельности и, с одной стороны, дать пользу вам, с другой стороны, дать объемы реального производства на предприятия промышленности. Партнеры намерены развивать и интеллектуальные системы безопасности. Один из программных продуктов Ростеха апробировали на чемпионате мира по футболу. Самое главное наше достижение, собственно, было даже не в паспорте болельщика, а в том, что мы смогли синтегрировать те ресурсы, которые есть на сети связи Российской Федерации, так, чтобы достигнуть этого качества. И, собственно говоря, этот опыт мы на сегодняшний день и успешно решили применить как раз на проекте ПК «Безопасный город». То есть вот в радиоэлектронном комплексе практически сегодня по всем подсистемам безопасных городов, ну то, что сегодня в терминах руководящих документов входит под систему безопасных городов, там, начиная от видеонаблюдения банального, там, заканчивая там, более сложными системами экологического мониторинга. Глава региона отметил, что развитие аппаратно-программного комплекса – приоритетная задача. В перспективе в республике намерены создать и ситуационный центр по контролю за работой систем жизнеобеспечения. Люди хотят стабильности, чтобы не боязно было выходить на улицу, чтобы родители не переживали, что же произойдет с детьми или в детском саду, или в школе. Если взять Чувашскую республику, на самом деле мы за последние годы выделили около 500 миллионов рублей для того, чтобы оснастить видеокамерами, камерами видеонаблюдения, для того, чтобы на самом деле эти вопросы снять. На первый план выходят и проекты развития инфраструктуры муниципалитетов. Правительство региона заинтересовано в создании системы энергоэффективного освещения улиц, модернизации транспортной сети и комплекса по очистке воды. Цифровой водоканал, и сейчас тоже федеральная программа по воде, можно туда войти. То же самое, сейчас ведем расчеты, и также этот блок у нас охвачен в рамках нашей работы. По экологической безопасности мы в числе лучших 10 регионов Российской Федерации. Об этом говорят общественники, эксперты, зеленый патруль, как говорят, общественный палате недавно был, они на самом деле подтверждают. Дальше что нужно делать? Конечно, все это нужно синхронизировать в единый, как бы сказать, технологический цикл. Обсудив планы, за столом переговоров стороны составят дорожную карту, чтобы не затягивать реализацию проектов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.